Всем привет, друзья! Ну что, наш проект «Лица ПРО» набирает обороты. И сегодня наши участники приехали на эксклюзивную интересную съемку в автосалон «Лада Автогрупп Крым», который находится на 5-м километре Московского шоссе. Сегодня они драйвово вот здесь покатаются на тест-драйве, возьмут интервью экспертов и, я думаю, что круто проведут время. Так что смотрите за нами, следите за новостями проекта «Лица ПРО» и за нашими крутыми ведущими. А скажите, пожалуйста, как вам удается совмещать бюджетную общедоступность автомобилей с их качеством? Это совмещают сами автомобили и специалисты АвтоВАЗ. Спасибо большое. Скажите, и ваши автомобили рассчитаны на более молодежную аудиторию или уже на опытных автолюбителей? Я так думаю, что наши автомобили рассчитаны на всех, так как и молодежи пользуются спросом, и у лиц, так сказать, более зрелого возраста. Антон, расскажите, пожалуйста, у вас Автогрупп – это официальный дилер «Лада» в Крыму. Чем отличается покупка у официального дилера от покупки в обычном автосалоне? Ну, это, конечно, комфортные условия покупки, то есть автосалон, кондиционер и так далее, да? Вот. Ну и экономия денежных средств и юридическая безопасность. Хорошо, а подскажите, Антон, какую модель «Лады» вы посоветуете начинающей автоледи? Для автоледи, наверное, больше всех подойдет «Лада X-Ray», так как это новая модель, она отвечает всем требованиям современных автомобилей и очень симпатичный дизайн. Ездите ли вы сами, когда никто не видит, на автомобилях из салона? Из салона? У нас есть тестовые автомобили. Никогда никто не видит, а когда все видят, мы ездим и катаем своих клиентов. То есть у вас есть тест-драйв, да? Вы можете об этом рассказать немножко? Да, конечно, у нас организована программа тест-драйва, представлены все модели наших автомобилей, которые мы продаем. Вот, и эта процедура бесплатная, и в любой момент любой из посетителей салона может провести тест-драйв на наших автомобилях. Три главных преимущества автомобиля «Лада»: это доступность, это ремонтно-пригодность и это надежность. Какие последние достижения автоконцерна «Лада» на отечественном рынке автопрома? Ну, самая яркая модель на сегодняшний день, которая у нас раскупается прямо на ура, это «Лада Веста СВ Кросс». А еще какие? Ну, все новые модели. «Лада X-Ray» и просто «Лада Веста» – это все очень приятные машинки. У них хорошая гарантия, у них качественная сборка, и они совсем не уступают конкурентам. АвтоВАЗ разработал систему «Лада Коннект». Это специальное приложение, которое позволяет управлять автомобилем с помощью телефона. Скажите, какие модели уже оснащены этой системой? Ну, этой системой можно оснастить «Лада Веста», «Лада X-Ray». И крайний вопрос. Влияет ли туризм на продажи «Лады» в Крыму? Конечно. У нас неоднократно были клиенты, которые приезжали сюда в Крым отдыхать, покупали автомобили, уезжали на новом автомобиле домой. Друзья мои, а какой самый лучший автомобиль? Это автомобиль Vesta SV Cross. И прямо сейчас, с разрешения Антона Владимировича, мы отправимся на интересный тест-драйв. Антон Владимирович, ну что, поехали? Поехали. Поехали, друзья. Антон Владимирович, сразу вопрос вам, как специалисту в этой области. Что такое умные опции? Адаптивная камера, активный круиз-контроль, ограничение скорости, ограничитель скорости, ну и так далее. То есть для начинающих автолюбителей, которые небольшой опыт вождения, то есть такая умная опция, как ограничитель скорости, дабы обеспечить полную безопасность пассажирам и водителю, которые находятся в данном автомобиле. Ну что, мы видим то, что здесь у нас механическая коробка передач. Совершенно верно. Также здесь 1.8 мотор, самый мощный в линейке «Лада». Сколько лошадиных сил? 122 лошадиных силы. Ну и комплектация, это почти максимальная «Лада Веста СВ Кросс».
Называется она «Люкс мультимедиа» с камерой заднего вида, с GPS-навигацией в мультимедийной системе, с четырьмя подушками безопасности, ну и так далее. Ну что, Антон Владимирович, вы не боитесь? Я не боюсь, советую вам пристегнуться. Отлично, правильно, друзья, всегда пристегивайте ремень безопасности, какой бы опыт вождения у вас не был. Здравствуйте, я Алла Иванова, номер 7. Сегодня мы находимся в автосалоне автогрупп «Крым Лада». Здравствуйте, Антон. Какой автомобиль пользуется большей популярностью? Среди физлиц, то есть среди обычных клиентов, да, пользуется популярностью «Веста». «Веста» в седане или в кузове «Универсал» – это, конечно, по желанию клиента, по его, да, вкусу, но «Веста» больше всех продается. Сейчас мы с Антоном отправляемся на тест-драйв новой «Лады Веста».